Так, сейчас я покажу, как я тебя люблю. А что это вы тут делаете, а? Да, вышлю Маше, покажу. Грета, ты не сильно обнаглела? А говорит, не сильно. Но у меня тебя разбудила, да? Вот такая засранка, скажи. Цветочки все погрызли с горшков, молодцы. Ну, я самые плохие тут поставила, чтобы не грызли. Остальное спрятала. Наоми смотрит. Наоми, вот так она себя вела, да, это Грета. Пока я взяла камеру, пока я это сняла, да. А так сидела, смотрю, я думала, да нет смысла идти за телефоном. Не, смотрю, сидит и не встает. Пока пошла, пока пришла, но все равно она еще сидела. Грета, ты хочешь с Наоми дружить? Наоми, ты будешь с Гретой дружить? А? Наоми. Что она сильно задумчивая стала. Да, что-то в этом задумали сильно. Опять тут. Да это твое место, Наоми, не переживай. Это где-то так. Балуется. Да, конечно. Мёдхи наблюдает. Все хорошо. Кто-то кричит. Рита, ты знаешь, что бенгалы говорят хищники? Серьезные. Ты согласен, дружи, да? Согласна. Или им нравится теплая батарея? Не, вот не могу понять. Гоми хочет играться. Но очень узкая батарея, чтобы играться. Можно упасть. Я знала, что там будет сидеть Наоми, когда строила дом. Мы сделали шире батарею. Вот так все не предугадаешь. Некрасивая Наоми, да. Но этот серьезно, Мёдхи смотрит серьезно, ответственно за свою жену, чтобы все было в порядке. Терри смотрит соответственно, очень серьезно. А, Терри интересует только попугайчик, я поняла. Наоми сейчас уйдет. Вот такая бойлерная идиллия здесь у нас. Очень серьезная, ответственная, спокойная. Не кусай за хвост кота. Терри будет ругаться. Молодец, Терричка. Она следит, чтобы котов не обижали. Эти попугаи, да?
Tá. Но именно такой, конечно, узкой батареи развернуться очень тяжело. Так как она девочка гибкая. Вот так. Вот так. Сейчас я покажу, как я тебя люблю. Вот так люблю. Теперь не мешай любить. Вверху идет конкретно проверяет, все ли хорошо, не убежает ли ее грету. Не, не убежает, хотят играться. Теречка следит серьезно за всем. Да, у нас. Там Чарли, видишь, ругается, папа. Вытворяет что-то. Все, но мне интересно играться с этой Гретой. А говорить не интересно. Кто там все цветки погрыз в этом горшках? Думаю, они такие страшные были. Думаю, думаю. Вот так. Вот так. Вот так. Все, вот сиди со своим мужем. Наоми расслабится. Наоми, отдыхай.